Подъем в 7 утра и отбой после 9 вечера. И так 3 дня, на протяжении которых отдыхать не придется. Каждая минута на счету. И это неудивительно. Точность, пунктуальность и оперативность – одни из основных качеств хорошего следователя. А быть именно таким хорошим следователем, настоящим профессионалом своего дела и стремятся представители молодого пополнения областного следственного комитета. Все 53 участника учебно-методического сбора в рядах данного ведомства трудятся меньше 2 лет. Но уже сегодня смело говорят о том, что пришли в профессию не зря и надеются подкрепить свои слова делом. Я хотела стать следователем с детства. У меня папа военнослужащий, поэтому как бы это моя профессия, мой выбор. Каждый человек делает для себя определенный шаг в будущее, то есть решает для себя, кем он станет уже с раннего возраста. Поэтому нисколько не жалею, несмотря на то, что я девушка. Желание стать профессионалом похвально, без целеустремленности результата не достичь. Однако есть и другие немаловажные составляющие успеха. Такие, к примеру, как поддержка и помощь старших товарищей, а также возможность закрепить теорию на практике. Молодым следователям Брещины в этом вопросе повезло. Руководством областного управления разработан и претворен в жизнь целый комплекс мер, которые должны помочь сориентироваться новичкам в непростом деле установления истины. Учебно-методические сборы – часть этой программы. В принципе, и сегодняшняя наша программа мероприятий, которая рассчитана на 3 дня, она планово вытекает из того комплексного плана, который мы разработали еще в начале 2015 года, который был направлен на работу с молодыми сотрудниками, и в нем, в принципе, аккумулированы все документы и ведомственного характера, и документы методического характера, и практическая составляющая, которая является наш сегодняшний учебный сбор, которые посвящены именно работе с молодыми специалистами. Сюда они прибыли уже не для получения методической помощи, а для участия и получения практических навыков. Программа сбора довольно широка. Основные категории происшествий, с которыми нам приходится сталкиваться во время нашей службы, здесь за эти 3 дня и будут представлены. Среди участников сбора есть те, кто уже узнал, что такое настоящее расследование, есть и те, кому только предстоит сделать свой первый самостоятельный шаг в профессии. Однако со временем все они будут выезжать на место вызова в составе следственно-оперативных бригад, а значит, будут нести и огромную ответственность. Знания, практические навыки, полученные в ходе подобных мероприятий, должны стать надежной основой их будущих профессиональных достижений. Проработав меньше месяца в Следственном комитете, уже понимая, что знания по поводу осмотра места происшествия являются необходимыми именно в теоретическом плане, потому что осмотр места происшествия является одним из основных требований, возможно, даже действий, которые являются ключевым в расследовании уголовного дела. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук ТВ.